друзья, всем привет! Привет адекватным людям! Ой, это нам. Мы стоим, любуемся воротами. Сигналит. Мы решили с Володей по рынку прогуляться. Гуляем, проводим приятное время. Это он нам звенел? Гудел. А я думала, это нам. Здесь, кстати, классный магазин с посудой. Да что ему надо, блин? Ты уперся нам там. Да, ко мне в жопку, да. Мы решили погулять по рынку. Пойдем посмотрим. Зачем, никому не скажем. Хотите тоже прогулять? Ой, как специями запахло. Ой, как специями пахнет. Ой, какая прелесть. Смотрите, какой их колорит. Веники, орехи. Да. Специи, лавашики. Пойдем. Володь говорит, ты решил пустой рынок снять? Нет, это... Ну да. Да, мы куда не подходим, они уже все сразу пакеты приготавливают. Ну мы по делам нам пока... Таскать неохота, короче. Овощи, фрукты дошли. Посмотреть, что ли, цены. Давай посмотрим. Давайте вам покажем цены. Смотрите. Апельсинчики по 80. Апельсины 100 рублей. Что-то как-то это дороговато. 130 сладкие. Королёк, хурма по 120. Морковка по редька 60. Морковка 50. Яблоки по 80. Что-то как-то это. Не, мы покупаем в пятерочке. Все гораздо дешевле. Зелени полно. Ага. Нет, я зелень. Да, в теплицах, наверное. Я зелень у бабушки хотела купить. Так, ну что, пойдем по Свердлову погуляем. Вышли мы, все. Прогуляемся по улице. Вообще, знаете, куда хочу? У меня вот здесь любимый магазинчик посуды есть. Сейчас пойдем туда с Володей, посмотрим. Ой, стараюсь следить за съемкой, чтобы не кривая косая была. Да, ростовский вот там, гриль. Там? Туда нам? Потом. Ага, мы по делам просто еще идем. Пошли, мой любимый магазин. Ой, по этой иду. По брусчатке трясет камеру. Ой, какой классный магазинчик. А, я здесь была, я тут покупала это. Полотенчики для дома. Хороший такой уютный магазинчик. Музыка играет. Вот санаторий, Володя, да, говорит. Да. Вот я всегда говорю, в этом квадрате путаюсь. Я никогда не понимаю. Вот там сидит. Располагает. Там нон. Вот нам туда вон, надо. Вон премьер, кинотеатр. Да, вот нам туда надо. Нона сидит напротив премьера. Вот Нона сидит напротив. Вот, а я тут думаю, сейчас где. Я думаю, мы. Вон премьер. Нет, я думала, что мы идем к премьеру. Нет, понимаешь? Вон он, белый. Что, у меня увеличено, что ли? Нет? Нет. Знаю. Перчатка там мелькнула. Вон премьер, белый. Не, вот теперь мы правильно такой, двигаемся. Стол от этого любимого магазинчика. Какой стол от той? Мы больше не играем. Мы уже были сегодня. Мы больше не играем в азартные игры. Вы не играете в азартные игры? Нет. А мы играем. Нет, а мы нет. Ты какой чай, нет. Знаешь, да. Такое. Красота, конечно. Здесь всегда народ кишеет, всегда в центре народ. Похоже, а летом вообще будут толпы. Кишел, видно, так это сегодня будний день. А, вот. Вообще-то нормальные люди на работе, да? Да. Вот, а друзья, да, прогуляем вас маленько. А мы же не в этом были 5 раз. А, нет. Нет. Нет, я просто думаю, может, у него выход есть. Знаешь, что я хочу? Тыковку купить. Ой. Тыковку. Вон, ой, да, вон там мой любимый. Вон еще он уже. Степ. Да, магазинчики сейчас были, оба смотрели. Ну, в степе, да, хорошая обувь. Ну, дорогая, зараза. Вообще. Да, как-то дорого. Да. Там тряпочные кроссовки по 5-8 тысяч. Так, вот. Вот, ну, вот, вот. Вот мой любимый магазинчик. Посуда, здесь. Что ли? Посуда Диана. А, да, пошли посудку, пойдем. Вот мы зашли. Вообще мне хочется не ножницу. Вот деньги с Яндекса. Ой, с Яндекса, господи, с этого, с Ярусу придут. Куплю себе, побалую себе не ножницы. Ой, какие плошечки натуральные. Знаете, мне еще вот такой вот надо. Под фрукты. Есть такое. И вот это мне еще нравится. Специи. Есть, да. Нет, под специи у нас. Ничего у нас нету. Есть, Володя, да, шутит. Доски вон те тоже классные. Володя не шутит. Кстати, какая посудка классная вообще. Что ты, Пирочка, все деньги относить в магазин на посуду? У меня мало посудки. У тебя мало посудки. Каждая девочка любит посудку. Смотри, какая прелесть. Это ладно, посмотри, ковши какие.
Да, вообще класс. Упаковщики какие. Качество какое. Ой, какая красота вообще. Ой, вообще крутяк. Люблю посудку. Посмотрите, какая красота. Смотрите. Сколько купили. Две ложечки пока купили. Две ложечки чайных на длинных ножках. Куда ты идешь? Куда? Тут надо это... Там вход воспрещен и все такое. Друзья, вы не поверите, мы зашли в столото, Володя говорит, сейчас выиграешь, и на эти деньги, вот сколько выиграешь, пойдешь и себе посуду. Хочу то, хочу то. Я говорю, и посуду выиграешь. Лотерею. Давай. Миллион выиграешь, купишь себе магазин посуды и отстанешь от меня. Договори. Короче, она, я ничего не выиграл, она выиграла 400 рублей. Это 40 да, рублей билетик и спринт, это, спринт. Да, спринт. В общем, он говорит, все, держи свое слово, иди покупай себе. Вот сюда сколько? На 400 выиграла, иди покупай на 400. Пошли, я пошла посуду свою. Прикол. Все равно. 3, 4. Что дадите, то и... Я же взяла уже это, да, в Ксении? Давайте еще отрежем. Смотрите, вы взяли... 19. Ну, жилищная счастливое число. 19. Можете даже взять. Она забираем все билеты. Да. Сейчас пойдем на улицу посмотрим. Да. Друзья, давай. Интрига. Купили все вообще все спринты. Да, все, что были, я забрал на 760 рублей. Смотрите, в прямом эфире. Короче, предысторию, кто не знает, выложит Ирочка. Да. Нет, нам делать было нечего. Мы таскались по. Пойдем сядем на скамеечку. Иди сюда. Да нет, тут нормально. Иди сюда. Да. Я не хочу садиться. А, ты не будешь? Ну. Короче, таскались мы по этому и зашли в киосок «Столото». От нечего делать, купили вот такой билетик спринта. И выиграли 400 рублей. Ирочка довольная была. Да это в одном видео, надеюсь. Да. А может и не в одном будет. Короче, мы решили скупить все у них. Думаем, ну если... Только в этом, вот он, вот здесь вот. Только в этом... Выигрыша нет. Только в этом киоске были такие билеты. Это потому что открываю не я. Посмотри, там идет запись, да, а то идет. Я тебя знаю. Давай. Давай я переключу сейчас, чтобы на всякий случай. А то у меня, да, лимит какой-то. О, там. 40 рублей. 40 рублей есть. Сейчас переключимся. Вот, давай время. Дальше. Ага. Так, 1.40 есть. Никакого мухляжа. Никакого. Все в прямом эфире. Показываю. 80 рублей. 80 рублей выиграли. Нас вперед. Мы прямо это... Завтрак к женщине приходит весь яиск и покупает все билеты спринта. Называется как это, когда дурачкам делать нечего, они начинают фигнёй страдать. Нет выигрыша. Ну, эх. Это ты покупала невыигрышные билеты. Ты хотя бы, да конечно, ты хотя бы 700 отбей свои. Скажу, богатые какие, взяли 700 рублей на ветер, выкинули. Чё? Это бизнес-план был. Да. Выигрыша нет. Угу. Давай. Вон уже сколько. Свои денежки? Мы, короче, тетеньке этот сделали план продаж. Знаешь, кстати, тетенька на проценте от этого, от крупных выигрышей, нет выигрыша. Да? Да. Это печально. Они из крупного выигрыша, они это получают... Это мы время. На Свердлова, да, улица? Тут давай прямой эфир. А, снимай. Ленина. Давай. Свердлова, Медлова. У нас время уже, нам... Нет выигрыша. Да ёпараться ты. Так, подожди, я переключу камеру. Да лимит исчерпан, память тебе это. Не держит. Следи просто, чтобы она это. 40 рублей. О, есть. 40 рублей. Ну там еще пачка 160. Целая. 160. 160 рублей выиграли, да? 160 выиграли. Машинка есть в нем. Купит нам та машинка. Так. Нет выигрыша. Эх. Уже тут еще много. Полный мусор. Надежды не теряем. Где она сказала? 80 рублей. Где она сказала, выиграли миллион? 240 рублей. Миллион где выиграли? Станица какая-то. Станица какой-то. Кущевская, по-моему. Да, тут легенды ходят, что пару дней назад в какой-то станице пара выиграла миллион. Да. Нет выигрыша. Сприн. У нас уже 240 рублей. Ну, потрачено-то 700. Ну мы же перед этим 400 выиграли. А? Мы же 400 выиграли. Ну да. И следи, главное, чтобы нет выигрыша. Печалька. Народ так смотрит. Угу. Мы народ не снимаем. Нам похуй. Пусть не надеются.
Давай. Так. Да, сняться у нас дорого. Еще 80 рублей, 320. Ну, уже как-то это... Уже теплее. Теплее, да. Уже как-то получше становится, успокойнее. 120. Паническая атака отходит назад. 120. Так. Нет выигрыша. Да, ё-моё. Сними. Сейчас кто-нибудь это... Деньги в мусорное ведро называется. Нет, сейчас кто-нибудь посмотрит, скажет, нормальный кто-то. Нет выигрыша. Да, ё-моё. 19 билетов было, напоминаю. Кто смотрит в прямом эфире? Нет, ну народу много. Еще там. Еще 80 рублей. О, вообще 400. Круто. Люди покупают там и билеты, и в другом это стоят за... Ну, как там, стирают монеткой, то есть... Правильно Володя говорит, продавцы надежды. Да, выиграть там... Нет выигрыша. Это маленькая вероятность, а вот... А вот надежда на то, что ситуация исправится волшебным образом. Нет выигрыша. Да ё-моё. Ты быстро показываешь. Ну, выкинули уже, значит. Папуль, если я выкинул, да. Ты сам-то точно уверен? А то сейчас будешь перебирать мусорку. Еще 40 рублей. Итого 440 рублей на потраченный. Выигрыш 440 рублей на потраченные 760. Мы сейчас продолжим. Мы сейчас... Там нет у него больше таких. Есть. Есть еще? Пачка новая, конечно. Давай пошли. Пойдем. Нам просто надо в одно место срочно. Сейчас мы выигрыш получим и еще купим. Мы выигрыш опять билетами собрали. Да, мы сейчас по делам, а потом проверим. Естественно, проверим вместе с вами. И мы находимся около музея. Вот, сделали дела. В общем, я, знаете, с чем хочу похвалиться? У нас сегодня прям день, короче, покупок такой. Мне купили мои любимые духи, да? Покажешь потом душишки мои любимые? Короче, мои любимые духи – это Avon Today, да, Today Tomorrow. Ой, как я их обожаю, друзья. Как я их давно искала. Просто я не знаю, где здесь Avon. Мы смотрим, знаете, что нам надо билеты. Надо что-то, чтобы не выла музыка. Да, мы просто ушли с центральной улицы, там музыка гремит, и это. А нам надо как-то их проверить, короче. Ты куда? Давай. Прямо около мусорки. Ну давай. Вот им. Ты пишешь? Да. Что, продолжаем развлечение? Продолжаем развлечение. Ура, у меня любимые духи есть. Мы сегодня что только не купили. Мы сковородку купили, о которой я мечтала. Вот, поэтому... Ощущение, что спонсор какой-то появился. Ага. Сковородку, крестик серебряный с цепочкой купили. Кольца. Слушай. И духи. Ура. Короче, мы духи купили мне. Вообще классные. Ты сюда приехала? На море? Да. Или что? Да, ёпарасоте. Выигрыша нет. Я же тебе сказала, не надо подряд брать. Надо было веерочком брать. Да? Сейчас вот я миллион выиграю, я посмотрю, как ты поумничаешь. 40 рублей. Так. Опять чесать туда. Ну хотя бы уже не. Представляешь, не минус. 6 часов вечера. И мы такие, 18-й заход. Мы просто приходим, они говорят, вы через сколько придете уже? Это, ну, женщина, которая там продает, она через сколько придете? Нет выигрыша. Да ё-моё. Ведь не теряет в этом нас надежду. Продавец-то. Билетиков. Придете, говорит, видишь? Нет, выигрыша. Ага, придем за 40 рублями. А что тут, это все уже? Их 11 было, а не 19, как в прошлый раз. Понятно. Что-то как-то маловато. Маловато? Маловато. Давай, духи мои, отрабатывай. Еще 40 рублей. Да, ё-моё. Но это явно не стоимость духов. Вот знаете, вот есть такой, да, вот найдешь свой аромат, и все, и потом больше никаких не хочешь. Я принципиально не покупала вообще никакие другие духи. И вообще прошу мужа не дарить духи. Нет выигрыша. Ага, мне никакие, потому что вот кроме этих я не признаю никакие. О, какой-то толстый билетик. И ура, я наконец-то их купила. 100%. А, так я два сразу оторвал. Да. Толстый билетик. Я слышу толстый билетик, думаю, все, миллион. 100%. Так. Как человек не хочет работать, да. 40 рублей.
Да ты в это. Не хочет работать, а хочет открыть билетик и решить все проблемы. Да, и больше не ходить на работу. Выигрыша нет, больше не ходить на работу. Сколько у тебя пасурка-то? Две штуки? Три? Три уже. Опять чесать туда. Я уже устал, честно говоря. Куда ходить? А где кто-то заставляет прям, да? Говорит, да. иди, Вовочка. Я прям чувствую внутренний голос. Иди, говорит, сегодня там, выиграешь, да? Там выигрыша нет. Ага, там выиграешь. Там твои 200 миллионов лежат. Да, ага, точно. Короче, у тебя сейчас задание. Угу. Надо будет залезть в мусорку и перепроверить билеты. Вдруг я выкинул выигрыш. Да ты уже, мне кажется, там в той мусорке выкинул три раза. Вот я прям уверен в этом. Выигрыша нет. Опять туда чесать. Ты представляешь, только теперь за 120 рублями. Супер, просто опять пошли. Когда людям делать нечего, как бы. Да. Это мы сегодня выходной у нас. И мы потратили целую кучу денег. И Володь говорит: ну что, поехали из центра, куда нам еще надо? Я говорю, нам 100% надо отсюда выезжать, потому что мы уже такую кучу бабла валили во все. Короче, у нас сегодня покупочки. Покупочки, да. Да. Духи-то будем показывать? Володя не хочет показывать. Сейчас вот достает. А его пока наесть. Посмотрите, это вот внутренняя часть музея. Вот, мои духи. Подожди, стоять. Покажи их внутри. Давай, открывай. А что еще? Не налить? Вы девчонки спросят 100%. Девчонки? Какие? Которые смотрят. Аккуратно, не разбей только флакончик. За крышку не бери. Вот какие. Вот это мои любимые духи. Видите? Красота. А мои любимые духи? Аккуратно. Я тебе предлагаю вообще коробку выкинуть. Ну, можно, кстати. Почему ее домой потащим? А сам нас отплашил. Пошли мы забирать 120 рублей. Да не 120 рублей, а еще билетики. Еще купим билетики. 11, я вот, смотри, мы уже 11, мы уже 30 билетиков проверили. И где наш миллион? Где наш миллион? Товарищи, не знаем, где наш. Товарищи, смотри, какой бургер красивый. Давай. Ага, какая классная реклама. Котлетки не хватает. Самые вкусные котлеты здесь. Но мы, наверное, все. Пока-пока. А то длинное слишком видео получится. Все, всем хорошего настроения. Пока-пока.